Здравствуйте, милые девушки! Одним из топовых элементов женского гардероба является куртка, которая весной становится фаворитом для многих девушек и женщин. Чтобы узнать получше, какими будут модные куртки 2022 года, я сделала подборку с главными трендами этого сезона. О каждом пункте я расскажу подробно. Буду благодарна вам за лайки, комментарии и подписку на мой канал, а также на мой Инстаграм. Начать хочу с хита весны 2022 года укороченных курток в стиле оверсайз, которые хорошо смотрятся как с классическими брюками, так и со спортивными джоггерами. В тренде также цветные кожаные куртки, среди которых выделяют лиловые и песочные оттенки. Кожаная косуха или куртка «Авиатор» – одна из наиболее популярных моделей кожаных курток, которые пришлись по душе многим девушкам. Однако этой весной, помимо данной модели, можно встретить стильные кожанки, дополненные поясом, накладными карманами, либо тиснением. Отличные варианты есть в Massimo Dutti. Если вы не видели мое прошлое видео, заходите, смотрите. Стёганые куртки – еще один неоспоримый тренд грядущего сезона весна. Стильные куртки из стёганой ткани представлены различными фасонами – короткими куртками, пуховиками, бомберами. Сама ткань стёганых курток может быть разной – с блеском либо матовой. Решений модных стёганых курток на весну 2022 года предложено в изобилии, что позволит подобрать модный фасон как молодым и активным девушкам, так и женщинам постарше. I'll be honest tonight, so tomorrow be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, tryna make things right. Куртки-рубашки в прошлом осеннем сезоне побили все рекорды, поэтому весной 2022 года без нее не обойтись. Дизайнеры предлагают стильные весенние модели в лиловом, кремовом, бежевом, коричневом, сером цветах. Весенние куртки-рубашки могут быть как с принтом в клетку, так и в монохромном варианте. Также они могут быть выполнены из разных тканей, от самой тонкой до более плотной, что позволяет выбрать модель, лучше всего подходящую именно вам. Носить такие куртки актуально в многослойных образах. И очень интересные, симпатичные модели я видела в таких брендах, как Reserved, Mango, Zara.
по доступным, приемлемым ценам. Бомбер – еще один фаворит многих модниц, который хорошо знаком нам из предыдущих сезонов. В коллекциях многих брендов можно отыскать весенние бомберы в стиле оверсайз, в casual, либо спортивном варианте, из блестящей ткани с надписями на спине, стеганными рукавами, а также различными принтами. В конце я сделала подборку. Бомбер плюс полностью образ, который можно сочетать с ним. Я надеюсь, что вам варианты понравятся. Лично мне бомберы приходятся даже очень по душе. Я нашла фото стрит-стайлов, они выглядят очень по-весеннему. Джинсовая куртка далеко не новинка весеннего сезона, поскольку такая куртка найдется в гардеробе практически у каждой из нас. Но если говорить о новых решениях, то в моде утрированная плечевая линия, отделка из овчинки, надписи на спине и необработанный край. Также в моде цветной джинс. Итак, девушки, на этом видео подошло к концу. Я выбирала наиболее носибельные тренды. Буду благодарна вам за подписку на мой Instagram, YouTube. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за лайки и за комментарии. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока!